спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В субботу в Самарской области ясно и без осадков. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 15 градусов. Ночью 7-9 выше 0. Ветер преимущественно северо-восточный. Скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани ясное небо. Днем плюс 14, ночью 8 выше 0. Северо-восточный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 14, ночью плюс 8 градусов, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем плюс 14 градусов, ночью 8 с плюсом, ветер северо-восточный 6 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 44%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.